Первая встреча под открытым небом, получилась достаточно символичной. Перед каждым из участников сейчас открылись новые горизонты и возможности для реализации потенциала и самых смелых и интересных предложений. Полсотни заявок пришло на электронный адрес агентства. Однако помощь и поддержку получат те, чья стратегия будет наиболее реальной и креативной. Проект Regeneration родился как идея восстановления города, городского сообщества после пандемии, после событий, связанных с COVID-19. И его основная идея заключается в том, чтобы подружить между собой бизнес и общественные организации Бреста, чтобы они начали более эффективно взаимодействовать в плане реализации каких-то интересных задумок для развития нашего города. Вот в плане экологии, в плане культурного, насыщения культурного пространства нашего города, в плане благотворительных каких-то проектов. И мы привлекаем к этому проекту как бизнесменов, так и руководители общественных организаций. Ну и, конечно, самая главная часть этого проекта – это активные брещане, которые со своими заявками обращались к нам, присылали свои идеи по поводу того, что бы они хотели изменить в нашем городе. Первое занятие установочное. Здесь участникам проекта были обозначены цели и задачи. Кроме того, на встречу были приглашены первые менторы, которые помогут и подскажут инициативным горожанам, как лучше воплотить тот или иной проект. Мы хотим сделать благоустройство на улице Карбышева, потому что там постоянно выбрасывают мусор по деревья, там постоянно некорректно паркуются машины, люди курят в неустановленных местах и тому подобное. Такое очень тяжелое, мне кажется, отрезок улицы. Образовательных мероприятий в программе несколько. И даже если реализовать идею не получится, учеба в такой школе даст со временем свои плоды. Реализация проектов при поддержке спонсоров, городских властей и менторов запланирована на сентябрь-ноябрь 2020-го.